بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Дорогие дети, уважаемые зрители, сегодня мы с вами будем проходить две буквы арабского алфавита. Буква СИН и ШИН. Правописание первой буквы, буквы СИН, таким образом, обратите внимание. Транскрипции. Обратите внимание на букву СИН. СИН. В начале слова. В середине слова. И в конце слова. Вторую букву, которую мы с вами сегодня пройдем, это буква ШИН. Обратите внимание. В транскрипции. ШИН. Буква ШИН. Обратите внимание. ШИН. В начале слова. В середине слова и в конце слова. Самира, напиши нам букву СИН. Ниже, 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 ниже. Умница. Молодец, садись. Ясмин, напиши нам букву ШИН. Так, так, ниже, ниже, ниже. Точки поставь. Все. Садись, умница. Итак, постарайтесь повторить за мной. СИН. СИН. Еще раз. СИН. СИН. А теперь буква ШИН. 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 Давайте еще раз. ШИН. ШИН. На этом наше сегодняшнее занятие завершено. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.